Что ж, всем привет, дорогие зрители и подписчики моего канала, это Кирилл Голодный, собственной персоной. И сегодня мы с вами поиграем в игру, которая, по рассказам некоторых очевидцев, одним лишь своим запуском может вырвать у вас все молочные зубы, если такие у вас, конечно, имеются. На ваших экранах Нойта, дамы и господа, я никогда не играл в эту игру, ее мне посоветовал мой приятель, потому что он очень любит меня. Или всецело ненавидит. Нагнетает. Аж некомфортно стало. Где-то внизу. Нойта. Так, видимо, это какое-то обучение жесткое, да? То есть здесь меня будут люто учить... Что? Я умею летать? Нифига. В этой игре можно летать. Нужно просто нажимать на клавишу W, и тогда ваш персонаж будет летать. Ну, для человека, который, ну, в реальной жизни не умеет летать, это достаточно прикольно. Что? Что я делаю? У меня есть инвентарь. Смотрите, тут есть какие-то вещи. Есть жезл и жезл. Ой, это по-моему, что-то опасное. Ой. Оно может дамажить меня, я это запомню. Так, есть бутылка воды. Я могу поливать. Я поливаю. Нифига. И я разобрался. Я чуть-чуть разобрался в этой игре. Все в порядке. Блогер не тупой. А у меня есть инвентарь. У меня есть инвентарь. Молния. Я могу ставить другие заклинания какие-то? Нет? Нет, видимо, не могу. Я слышал, что в каких-то местах эта игра сложнее Dark Souls. Угу. Ну ладно, поехали, короче, поехали жестко. Выполнен вход в шахты. Знаете, я уже чувствую себя таким нифиговым исследователем в этой игре. Она так настойчиво меня хвалит за ее изучение. Ну как, то самое чувство первого открытия. Вот, не находите, да? Так, это что, грибы? А я могу их пнуть? Нет. Там кто-то постучался. Там кто-то есть. Ну-ка, давайте постучим ему в ответ. Или давайте взорвем этот путь. Получится, не получится? Это зомбу! А, зомбу умеет стрелять? Это не зомбу? Кто это? Что я собрал? Золотой самородок. Окей. Ну, типа, ладно. Тут есть вагонетка. Я могу ее пинать и могу в нее сесть, наверное, да? Нет? У меня не восстанавливается здоровье после того, как зомбус меня попинал жестко. Как его восстановить? Мне пока что страшно. Знаете, эта игра напоминает мне чем-то такую старенькую околоигрушку, нежели, ну, типа, больше симулятор какой-то. Называется Powered, типа порошочки. Там можно было разные химические элементы смешивать, они типа разные эффектики давали, такие визуальные, просто светились. Игра на самом деле очень слабая была, да, как игра, но очень веселая в плане того, что вот когда ребеночек, ты смешиваешь всякую фигню, тебе кажется, что ты не, ну, нифига себе, химик-ядерщик Уолтер Уайта. Уолтер Уайт, йоу. Я умер. Так, ну, я могу теперь пойти влево. Игра не запрещает мне этого делать. Смотрите, тут для меня даже подготовлен такой путь героя. Интересно, у моего персонажа есть какая-то история? Типа он древний маг, которого прогнали из его королевства за то, что он посмел отравить короля. Но на самом деле никто не знает правды. Ведь короля на самом деле отравить хотел не он, а этот камень. А я ничего не могу с этим камнем сделать. Я могу его взорвать. Что? Это теперь ракетница? А это что? Так, это гора. Но я могу летать? Слушайте, ну у меня на полеты тоже, типа, ну, не бесконечная стамина, но я могу приземлиться на пиксель. Жесткий пиксель хантинг, знаете? Она двигается. Если я сейчас... Что это? Нет, я точно что-то сделал, и я вижу, что заряды этой штуки у меня не бесконечные. Так что стоит, наверное, все-таки быть с ней поосторожнее. Что это? Вечное богатство, проклятие жадности. Вы получаете в 3 раза больше золота, но на вас висит страшное проклятие. Я все правильно сделал? А, что это? Погоди, это я? Что? Я думаю, надо выбрать имя нашему герою. Знаете, я, ну, не мастер, типа, придумывать имена, особенно когда снимаю летсплей. В этом случае нам может помочь генератор имен онлайн. Давайте сгенерируем имя нашему главному герою, потому что я действительно не мастер в этом деле. Нашего героя будут звать Гордей. Только потому, что Гордей — это единственное имя из этого списка, которое не встречается мне чаще всего, ну, в жизни. Потому что это имя единственное, которое я никогда не встречал.
Вы когда-нибудь встречали человека с именем Гордей? Мне кажется, этого имени не существует. Люди выдумали его просто для того, чтобы, ну, говорить, что вот есть такое имя Гордей. Что-то из разряда имен типа Святослав или, ну, подобных вещей. Потому что имя, ну, не популярное. Ну вот и Гордей тоже, имя непопулярное, поэтому не существует. Окей, я уже в нечто подобное спускался, опыт у меня имеется. Опа, 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 надо уворачиваться, да? Это такой... А что это за зеленая жижа? Меня убьет. А-а-а, страшно! У него золото! Я хочу золото! Это что? Это яд! Ай-а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 й! Ладно, я забираю все свои слова назад. Это игра, похожая на симулятор бога. Ну вот этот вот, типа, как он называется, этот популярный, знаете? Это что? Я могу это пнуть? Там череп, там нарисован череп, вот... До этого, кстати, было непонятно, что там нарисовано, но если вот чуть-чуть подвигать эту коробочку, то становится понятно. Если я это уничтожу, что будет? Не стоило спрашивать, это было, наверное, даже очевидно. Жезл. Что он делает? Ема, это огонь. Они себя подорвали? Знаете, я уже чуть-чуть эту игру даже понял. Ну-ка, здесь яд или что? Это масло. Я понял, это не вода, это нефть. Если я попадусь на огонь, я могу сгореть. Самое время затестить. Я хочу попробовать сгореть, мне не страшно. Вот огонь. Интересно, вот я прям жестко подожгусь, если... Ну, сейчас, ну-ка. Ну, что-то... Ай! Реально, реально, реально. Ну-ка, а если я донесу огонь, что будет? Ну, по идее, я должен был сейчас вот эту всю лужу поджечь. Она должна была начать гореть. Ой, здесь есть, смотрите, здесь есть капелька воды. Она меня чуть-чуть может отмыть, наверное, да? Ну, единственное, что я понял, если я наступлю в огонь, я буду какое-то время невосприимчив к нему, а уже потом он меня подожгет. То есть у меня есть какое-то время, чтобы спастись. Это неплохо. Опа, я не хочу просто к нему подходить, я ему не доверяю. Так, опа, глаз. Йоу. Так, что это, жезл? Что ты делаешь? Как прочитать, что он делает? Так, зритель невиданное. А, нифига, это X-Ray. А меня не забанят за такое? Я понял. Но я тут уже умру. У меня уже 3 хп, я просто не выживу. Ай, ну я так на самом деле и думал. Не знаю, что я сейчас выбрал, но... Смотрите, у меня тут даже есть какие-то... О, у меня есть лук какой-то, нифига. Нифига, что это такое? Жезл? О-о-о. Надо быстро разбираться. Нифига. Это телепортационный жезл? Что? Что? Там что-то светится. Пожалуйста, пусть это будет что-то прям имбовое, чтобы я, ну, жестко, короче, хайпил. Ой, это радиация? Ну-ка, если я встану. Да, она меня дамажит, это, походу, радиация какая-то. Ну, я такой, я прошаренный игрок, я уже просто по внешнему виду понял. Так, ну, я вот этого сейчас... Опа. А зачем это золото нужно? Что оно дает? Ну, покрасился чуть-чуть мой халатик топовый, кстати. Так, давай попробуем вот этого мочкануть. Так, с него тоже выпало золото. Ну, смотрите, я потихонечку нахожу золотые самородки, но я пока что не понимаю, где они используются в этой игре. Ух ты. Что здесь произошло? У меня вот еще золото появилось. Ну, золото это неплохо, да? То есть металл-то драгоценный. Ой, смотрите, я помылся. Так, ну там сверху что-то есть. Я взорвал его снаряд до того, как он прям в меня его кинул. Нифига. Тут со спины внезапно в крысу так же. Не-не-не-не-не-не-не-не. Что? Это вообще легально? А у вас есть разрешение на такие мувы в игре? Смотрите, там угарный газ. Я думаю, что если я там в этом газу, ну, поковыряюсь, я умру. Но пока я не проверю, я не узнаю. Поэтому тут, ну, надо попробовать. Ну, вроде как-то ничего. А, у меня был такой уже. У меня уже такой был. Ой, смотрите, там что-то тоже есть. Кислота. Я взял кислоту. Главное, на себя не вылить ее. Я только что понял, что от зажима на мышке, да, условно, вот если я зажимаю мышку сильнее, ничто как бы не меняется, потому что мне почему-то до этого казалось, что если я сейчас мышку зажму сильнее, может быть, и удар у моего героя станет сильнее, но... О, не-не-не-не. Ну, слушайте, это так прикольно выглядит. Так, я помоюсь жестко, я помоюсь и разберемся.
Блин, ну мега мозг, смотрите, да, сразу как бы ассоциации простраиваем. Если есть вода, то можно попробовать отмыться. Не скажу, что в реальной жизни вам это поможет, но как минимум в рамках Нойты это может спасти, ну, жизнь. Так, я собрал много золота, я могу как-то, может, потратить его где-то на что-то, нет? Может, тут есть какие-то торговцы, которых нужно искать? Если вы знаете таких, напишите, пожалуйста, их контакты в комментариях, я к ним обязательно обращусь в следующий раз, когда буду играть в эту игру. Но тут уже, кстати, что-то поопаснее пошло, тут какие-то расщелины. О! А ведь так все хорошо шло. Ну что ж, дорогие друзья, мне, в принципе, понравилась эта игра. Я бы даже хотел продолжить играть в нее на канале. Если вам тоже понравился ролик, не поскупитесь поставить лайк или подписаться на канал, если вы еще этого не сделали. А все это время за пультом управления, как ни странно, был голодный. Пока, пупсик.